вот редкий случай, когда мы вдвоем едем забирать детей. Да. Видишь, а ты говоришь, я плохой отец. Я никогда не говорила, что ты плохой отец. Ты не говорила, что я плохой отец. Я придумываю, согласен. Так, ладно. Так. Поехали. Вообще так не поехали? Ну ладно, поехали. Как? Ты помнишь, где школа? Забыл? Да. Забыл? Ну, короче, туда надо ехать. Так а что она всего год ходит в школу? Конечно, я не это самое. Я ее за год забирал ни разу. Так, я на... Подожди, сейчас скажу, на какое. Сейчас. У меня что-то все записано, я что записываю. Молодец, не прошло и 20 лет, когда я тебе напоминаю, что на 9 число я записана к косметологу. И что, что, ну это записано ты, не я же, что, что ты зачем мне это говоришь? Что это? Что? Денежку не надо. Опять? В смысле опять? Настя, ты к косметологу ходишь, как на маршрутке ездишь, понимаешь? Ой, ты что-то придумал, два раза в день. Доктор, я хочу, чтобы у меня была гладкая-гладкая кожа и большие блестящие глаза. Носик трогать не будем. Конечно, а 4 раза в Настя, день. Настя, ты постоянно подходишь ко мне и просишь деньги. Я весь день суп варю-варю, я эти полы так мою-мою постоянно. Я всегда на косметолога прошу. Ты думаешь, я как Буратино, что ли, закапываю их и жду, когда они это самое вырастут, что ли? Ну ты на все просишь, постоянно просишь бабки. Неправда, не на все. Квитанции за квартиру, детский садик. Подожди. Все это оплачиваю я со своего дохода, с какого-то. То, что зарабатываю. Пусть это немного. Квитанции за квартиру, да, детский садик, 2000 рублей. Ну конечно, 2, что ты расскажешь. Подожди, косметолог обходится. И хорошо, сколько тебе надо на косметолога? Давай так. Ну, я записана на... Мне не интересно, сколько тебе надо денег? Ну, на этот визит, на который я пойду, да. Мне надо 12 тысяч. Сколько? 12. Это круговое наебалово. Настенька, солнышко, а ты не могла бы свои аппетиты чуть-чуть, это самое? Либо, ты записываешь свои походы к косметологу, а ты можешь записывать траты? Или хотя бы те бабки, которые я тебе даю? Ну, чтобы ты просто посмотрела вообще, в какую сумму это выливается. Я как бы смотрю, я же записываю, что надо купить домой, сколько я трачу, у меня там написано. Косметолог 12 тысяч рублей, маникюр 1600, брови 1200. Все, тихо. Как ни крути. Все равно у нас... Рад, что мы шагаем в ногу. Я тоже. Все хорошо? Да, все хорошо. Я решил тебя худо. Ты сама знаешь прекрасно. На мои деньги у нас общие деньги, а твои деньги только твои деньги. Ты сама вправе их всеми распоряжаться. Ну так я распоряжаюсь, оплачиваю квартиру, квитанции какие-то, за интернет плачу. Мои вот эти вот небольшие деньги, которые я зарабатываю, они разлетаются вот так вот, только вот на оплату каких-то вещей. Нам направо? Да. Ну, на оплату каких-то вещей, хорошо, но в любом случае, вот смотри, я тебе просто пример приведу, да? Давай. В советские времена, я даже по своим родителям знаю, и не только по своим. Секса не было, к косметологам не ходили, да? Это понятно, но кроме всего прочего, все мужики отдавали свою зарплату женам всегда, оставляя себе заначку на пиво там, на какой-нибудь там, на цветы 8 марта и так далее. Какую-то минимальную дольку себе, и все бабки отдавали. Вот знаешь, почему так делали? Почему? Ну ты мне скажи, почему? Что, матриархат был? Почему так делали? Ну, основная причина. Или почему, скажем, нет, не почему тогда так делали, почему сейчас так не делают? Давай вот отсюда оттолкнемся. Почему сейчас так не делают? Потому что раньше косметологов не было, и женщины так много не тратили денег на себя, там, на уход за собой. Потому что... Что? Потому что жены раньше, женщины, они берегли. Они были бережливыми, понимаешь? Они все в дом тащили. Так это время они, такое было, да все по талону пытались... было, да подожди, конечно. Ты сейчас расскажешь. По талону было в 90-е. Я тебе говорю про другие еще времена. 60-е, 70-е, 80-е. Талонов не было.
очень, ну, все женщины, они все берегли, они все в дом несли, они умели откладывать, они умели составлять какой-то финансовый график, понимаешь, они все это делали. И мужчинам было проще, вот они, да, минусы были, мужик что этим показывал, что вот он может заработать свои там 120 рублей на заводе, вот те эти 100, там 110, десятку я оставляю себе, и все, с меня больше ты ничего не возьмешь, я больше ничего не могу. Соответственно, женщина этими бабками распоряжалась, она откладывала, покупала продукты, она смотрела, сколько остается до зарплаты и так далее. Стоп, сейчас этого нет. А знаешь, почему сейчас этого нет? Потому что если я дам тебе, если я буду отдавать тебе все свои деньги, любой мужчина будет отдавать женщинам все свои деньги, я тебе зуб даю, что через день она придет вот с такими глазами и скажет: «О, все, больше нет». 100 рублей не очень похоже на деньги. Ил, ну тогда что же это такое? Я тебе серьезно говорю, вы не умеете распоряжаться деньгами, понимаешь? Что ты не умеешь? Настя, вы не умеете распоряжаться деньгами, потому что ты даже не считаешь, сколько я тебе денег все время даю. На все дела. Нет, я понимаю. В женщину надо вкладывать, чтобы она была красивая. Базара нет. Да, надо оплачивать счета. Я это все понимаю. Но надо, чтобы женщина и борозду чуяла тоже, понимаешь? Увлекся, забыл дорогу до школы. Что-то. Да потому что я хочу тебе объяснить, что... Ладно, бабушка. Я хочу тебе объяснить, что быть финансистом в семье не так уж и просто, потому что на тебе большая ответственность. Потому что коснись, что-то нужно, ты приходишь, и тебе будет неважно, почему денег нет. Тебе надо, чтобы они были. А ты сама, вот я тебе 100% говорю, ты не сможешь управлять финансами. Слушай, ты мне год назад говорил, что я не смогу работать в такси, никогда в жизни не потяну свой канал, Жень. Вот опять начинается то же самое. Тихо, не надо ругаться. А чего не надо? Не надо ругаться. Спокойно. Спокойно. Но я что, сейчас не права? Во-первых, не повышай на меня голос. Я не повышаю голос. Отлично. Скажи, мне сейчас не права? Мы можем здесь припарковаться? Да. Нет, там какая-то хрень, аккуратно. Так сзади-то нет хрени, я же попаду. Я тебе про что сейчас говорю? Давай сделаем следующим образом. Вот я готов, ты же знаешь, я готов к экспериментам. Не только в ночное время. Ну, давай, значит, проведем эксперимент. На месяц ты становишься финансовым директором нашей семьи. Я. А вам не скучно в бухгалтерии? Ну что, одни цифры. Нет, нет, нет. Это единственная профессия, где я могу работать спокойно. А, и кстати, я тебе еще хотел сказать. Вот смотри, косметологи. Мы сейчас вот про свою семью говорим, да? Косметологи, там какие-то ништяки, шмоточки, там туда-сюда, да? А теперь посмотри, на что я трачу на себя деньги. Вот подожди. Бухать я не бухаю, курить я не курю. Молодой любовницы у меня нет. Моя любовь к тебе так сильна, что я готова отсосать тебя прямо здесь. Нихера себе. Который бы тянул из меня бабки. Я даже рыбалкой не занимаюсь, не трачу на всякие мормышки, хуишки там, ничего, ни на удочки, ни шмудочки, ничего. У меня ничего нет. То есть у меня нет каких-то пороков и вредных привычек, на которые сливаю бабки. Представляешь? У меня их нет. Так у меня тоже нету. Ну подожди, я не хожу к косметологу, я практически не покупаю себе шмотки. Ну ты ходишь к барберу. Я все в семью, нет, я тебе сейчас говорю, все в семью, к барберу я хожу раз, два раза в месяц. И трачу, не 1000 рублей, понимаешь? Не вопрос, смотри, не вопрос. Мы поменяемся местами. Нет. Что тебя бомбит-то так? Тихо. Попросить ничего нельзя. Тихо, мы поменяемся, почему? Мы меняемся местами, и тебе карт-бланш. Вот просто карт-бланш. Ты мне все деньги отдашь? Я тебе вообще буду отдавать все бабки. Все. Вот сейчас у меня все, что в кошельке есть, я тебе все бабки отдам. Я буду ими распоряжаться. Ты будешь ими распоряжаться, но... Ты заранее мне будешь говорить, что тебе надо. Там, обязательно. Футболки, список мне будешь поставить. Я надеюсь, у меня памяти в телефоне хватит, потому что я прям чувствую, рыбалкой займусь. Я прям вот чувствую, да. Вот смотри, все бабки, что у меня есть, да, это все тебе. Вот смотри, ни копейки себе не оставил. На. Все деньги тебе отдал. Все мое? Все твое. А когда зарплата? Я буду отдавать тебе, я тебе серьезно говорю, я буду справедливым, я буду отдавать тебе все бабки. Все вообще? Да, и буду подходить и говорить, вот все бабки, но мне надо на покушать, на бензин, на жвачку, понимаешь, да? И ты мне будешь выдавать. Теперь я буду вот так вот делать. Теперь ты будешь вот так вот делать. Да. Правда? Да. Вот так вот. Я тебе отвечаю, прям вот так вот, да. А я тебе буду отдавать все бабки. Давай. Ровно месяц мы проведем эксперимент, хорошо. И ты мне по итогу скажешь, легко это или нет. Хорошо. И куда ты меня пошлешь через неделю, когда я приду к тебе и скажу, помнишь, я тебе напоминаю, что у меня 20 числа эротический массаж в центре города.
А как ты хотела? Простату тоже лечить надо, блин. Тянул, задержал, сильно-сильно сжался, яички подтянул, расслабил. Понимаешь? Что? Да, за ней надо следить, мне 40 лет скоро. Да? Да. Короче, мое все. Подожди, ты меня не поняла. Это не значит, что ты не уснешь. Не твое, это наше, ты не понимаешь. Все мое. Это... Настя. Я не говорю, что ты должна уйти в запой с подругами на две недели. Так, а где моя машина? Она у дома осталась. Значит так, сейчас ты забираешь детей, поскольку у тебя выходной. Сейчас заберешь одну из школы, из садика. Я с тобой это сделаю. Потом довезете меня до дома, ты останешься дома с детьми, а я поеду. Слушай, я забыл тебе еще одну дать очень важную вещь, шкатулку музыкальную. Па-па-па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам, пам, па-па-па-па-пам. Настенька, ты не поняла главной мысли моей. Ой, у меня много денег, зачем мне еще что-то? Я поняла твою главную мысль. Теперь я финансовый директор, хорошо? Надеюсь, мы не последний месяц живем с тобой. Ладно, голодать не будешь, давай. Сильно сомневаюсь. Спрячу в заначечку.